Sky Production производит аттракционы и профессионально работает над проектированием парков и зон развлечений с их дальнейшим вводом в коммерческую эксплуатацию. В этом видео я бы хотел дать ответы на самые часто задаваемые вопросы касательно аттракциона «Зеркальный лабиринт SkyMaze» при его покупке. Вопрос номер один – это, конечно же, стоимость зеркального лабиринта. Клиентами нашей компании являются как частные игроки, так и крупнейшие парки развлечений России, Европы и СНГ. Каждый из этих клиентов выдвигает свои требования к аттракционам, и для каждого из них модели комплектации существенно отличаются. Если мы говорим о крупном парке развлечений или клиенте с длинными деньгами, то в аттракционе идет уклон только на сертифицированные материалы, максимальную комплектацию, разработку уникального дизайна и концепции посещения. В случае частника, уже работающего в индустрии развлечений или же желающего попробовать в ней свои силы, вопрос стоит в минимизации затрат, экономии пространства, без потери основных качеств аттракциона и максимизации прибыли. У нас есть решение для всех категорий клиентов, даже для тех, кто хочет сам собрать аттракцион при помощи нашей видеоинструкции и онлайн-консультации. Стоимость начинается от 29 тысяч рублей за квадратный метр. Вопрос номер два. Какой размер лабиринта выбрать и сколько займет время его производства? В среднем от начала работы по проекту до запуска лабиринта в коммерческую эксплуатацию проходит от 3 недель до 1,5 месяцев. Зеркальные лабиринты SkyMaze могут быть как отдельным отличным аттракционом, так и частью большой зоны развлечений. Его базовая коммерческая версия имеет практически 4-месячный опыт окупаемости. Мы рекомендуем своим клиентам останавливаться на моделях не менее 30 квадратных метров. Этот размер, исходя из нашей практики, позволит получить максимальное количество эмоций от посещения. Но стоит иметь в виду, что размер не является главным критерием эффективности лабиринта. Например, в одном из наших объектов площадью более 60 квадратных метров однажды у нас стала проблема. Люди слишком долго искали выход, а это отражалось на пропускной способности лабиринта в часы пиковой нагрузки. Нам пришлось очень долго работать с спецэффектами, со световым оформлением для того, чтобы уменьшить время прохождения, увеличив пропускную способность и его прибыль как следствие. В любом случае, при заказе зеркального лабиринта наши проектировщики предоставят на выбор три разные варианты схемы проходов и просчитают время прохождения и нагрузки на объект. Вопрос номер три. Можно ли впоследствии улучшить аттракцион? Безусловно. Все производимые нами модели зеркальных лабиринтов SkyMaze могут впоследствии комплектоваться целым спектром спецэффектов – лазерами, дым-машинами, установками CO2, встроенными в зеркала видеоэкранами и прочими эффектами. Вопрос номер четыре, который не так часто, но все-таки задается нам, это почему мы? Я бы сравнил покупку зеркального лабиринта или любого аттракциона без профессиональных консультаций, дальнейшего сопровождения с должным уровнем опыта работы в индустрии развлечений с покупкой чемодана без ручки. При проектировании вашей модели зеркального лабиринта SkyMaze мы ждем не только огромный опыт в их создании, но и задействуем огромный спектр наработок в открытии и продвижении развлекательных объектов в целом. Каждый клиент получит не только сам аттракцион, но и правила эксплуатации, программу развития, группы в социальных сетях и скрипты для работы с посетителями. Кроме того, каждый аттракцион попадает в отдельно продвигаемую сеть уникальных аттракционов России SkyMaze. Посещайте наш сайт www.skyproduction.ru, наши группы в социальных медиа и зарабатывайте.